То, что каждое действие, которое вы делаете на части соперника, вы все равно туда передвигаетесь, вы тратите на это внимание, на это тратится время, то есть пробка в это время не добывает. Он мог добыть, вот если бы он не ездил в разведку, он мог добыть на батарейку за соточку, просто вот этой пробкой никуда бы не ездил, и пилон бы не ставил в проксе. И все, батарейка за соточку добывается. То есть она просто зарабатывается, и он ставит слепую эту батарейку, и все. Да, этот билд, я не знаю, он крутой. Мне интересно сейчас в алмазе найти того, кто ее отобьет, вот, на самом деле. То есть его не отбивают ребята из GSL, но Парсинг на своих стримах, где он играет из бронзы в мастер, Бьян тоже играл на таком... на начальном аке, и они оба проигрывают только в алмазе. Реально, если вы где-то проигрываете, это будет алмаз. Если вы хорошо играете при этом. То есть мне вот с мастером тем намного комфортнее и проще было играть, чем, например, с алмазами. Я этих алмазов побаиваюсь, они жесткие ребята. Как говорится, это палец в рот не клади. Там жестко. Что? Вот он, я говорю. Ну, вы чуете, блин? Вот белки побежали уже с его базы. Я не знаю, я на натурал не пойду, наверное, этими. Сейчас адепты пойдут. Пришел крушитель базы. Чувак, ну не надо, пожалуйста. Да блин, за что, чувак? Да, скоро, на скорость, да. Погнали, погнали, посмотрим, как у него, во-первых, тут дела будут. Так, все, минус все зелочки. Энергия буджок합니다. А, игол мот понео. Ой, порешали моих ребят. Давайте возвращать. И начинается макро. Я не знаю, он зелками меня убьет, конечно.
Но мы же не будем чисто играть в эту чушь. Это будет жесткий алын, наверное. В любом раскладе. Делается. Оп, не успел отменить. Это минус 400. Надо посмотреть, во что он играет. Это будут роботы. Попробуем спрятать здесь пару чувачков. Это хорошо. 광물 대출은 불가능합니다. 광물이 부족합니다. 광물 대출은 불가능합니다. 점막이 뭔지는 알죠? 광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Пум-пум. Так, еще немножко продраниваемся. И начинаем его просто кромсать. Мне кажется, я все-таки умудрился выйти немножко вперед. И вот под эти апгрейды мы сейчас и повалим. Все, 67 дронов есть. Пангмури пужокамнида. Пангмур течурин пульганамнида. Пангмур сольма. Крип. Очень плохо тянется. 광물이 부족합니다. 광물 대출은 불가능합니다. Так как у него филдов нету,
Кажется, сейчас просто дикая атака бейлингами прям завершает. Завершала бы, если бы я выучил скорость, блин. Ладно, собираемся тогда. Ух, сейчас будет жесткий, жесткий пуш. Я говорил, что алмазы прям жесткие. Ой, да, бейлинги. Ой, бейлинги. О, это было...